Сегодня 11-классник Дмитрий Карагода все свое свободное время отдает подготовке к централизованному тестированию и экзаменам. От результатов испытаний зависит, исполнится ли мечта юноши. Несмотря на то, что выбор в пользу профессии уже сделан, а связать жизнь молодой человек хочет с автомобилестроением, предшествовал ему период серьезных сомнений, беседы с родителями и родственниками. Это было сложно, на самом деле, выбрать профессию, потому что от этого зависит будущее, конечно. Ну вот, думал очень долго, ну вот сейчас уже в итоге определился. Теперь решать вопрос своего будущего школьникам, а также молодым специалистам будет проще. На базе Брестского государственного университета заработал Центр профессионального и карьерного консультирования. Специалисты центра, специально подготовленные, будут осуществлять психолого-педагогическую помощь молодым людям, пожалуй, в самые ответственные для них периоды. Для старшеклассников – период поиска профессии, определения своего профессионального, а для выпускников не менее сложный период поиска работы. Реализуя проект, воплощенный в жизнь в рамках программы территориального сотрудничества стран Восточного партнерства, его авторы разделили методику профориентации на два блока – абитуриенты-школьники и будущие молодые специалисты, студенты старших курсов. Само слово «карьера» и подозревает, или, скажем, понимается сущность слова «профессиональная карьера» – это путь достижения успеха. Как достичь этого успеха? В какой области человек получит максимальный, достигнет максимального успеха? И направлена диагностика по новым программам Центра профессионального и карьерного консультирования. Первые желающие студенты социально-педагогического факультета уже пробовали новую методику. Это может быть очень интересно и полезно для молодых будущих специалистов, так как оно определяет будущее, может, какие-то смежные профессии. Профессиональных дорог действительно много. Главное – найти то, что будет нравиться. Тогда, как говорит великая мудрость, работать не придется ни дня. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук ТВ».